Добрый день, меня зовут Виталий Смирнов, я менеджер компании LBR Агромаркет. Сегодня мы находимся в Ставропольском крае Кочубеевского района в хозяйстве СПК Казьминские. Сегодня мы с вами посмотрим, как работает в данном хозяйстве измельчитель рулонов ТСЭО, и поможет нам в этом механизатор данного агрегата Олег Петрович. Добрый день, Олег Петрович. Добрый день. Ну, расскажите, какие функции выполняет данный измельчитель? Ну, измельчение сена, соломы для кормежки, для подстилки базов в летнее время. Легко ли управлять данным измельчителем? Ну, легко, из кабины водителя, джойстиками. То есть управление осуществляется непосредственно из кабины, джойстиком, механизатору да. Не надо, да, выходить нет, из кабины, нет. Там проводить какие-то настройки? Нет, можно в движении производить все это. Ага, даже, то есть можно в движении, да, все да. Это? А именно какие манипуляции вы выполняете из кабины? Что, какие функции? В летнее время постилку базов, застилать базы соломой. А в зимнее время измельчая на кучи, сено все равно на корм, да, на постилке сарай просто. Равномерную ли выгрузку производит дальний измельчитель? И на какую дальность он разбрасывает? Да, он равномерно выбрасывает при подаче, это хорошее. Это самое. И дальность 15-20 метров. Ранее работали с другими измельчителями рулонов, и какие можете выделить преимущества измельчителя рулонов ТСЭО по сравнению с другими измельчителями? Работал я на измельчителе, он чисто под сухое был, влажное, он становился. А ТСЭО Кронос, он влажное измельчает. Потому что стоит фреза с ножами. Он выбрасывает идеально. То есть по сравнению с другими измельчителями вы решили данную проблему, ну, при помощи нашего измельчителя, то, что тюки были влажные, и тот измельчитель не мог, правильно? Он забивался и да, не мог измельчить, становился. Ну, агрегат хороший. Спасибо большое за ваш отзыв. Благодарим вас за то, что приобрели у нас технику. По всем вопросам сервисного обслуживания и приобретению запасных частей вы можете обращаться к нам в любое время. Спасибо вам за отзыв. Хочу напомнить, что измельчитель рулонов ТСЭО в наличии на демоплощадках в вашем регионе. На технику предоставляется гарантия. Наши инженеры ведут в технику в эксплуатацию и обучат ваших механизаторов работе на ней. Подробную информацию об этой технике вы можете узнать на нашем сайте. Ссылка на сайт размещена в описании под этим видео. Понравилось видео? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах. На этом все. До новых встреч!